местные общественники выступили с инициативой для того, чтобы можно было лишать депутатов мандатов, то есть лишать их... Их давно надо было лишать. Ну, смотря по какой причине они их будут лишать-то. Это здорово. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки они будут чего-то бояться. Многие просто идут и потом ничего не делают после выборов, после всех обещаний. Должен оправдывать доверие народа, а не просто так сидеть, кресло проминать. Выбирали сюда, Балаковскую, да? Она нам помогала по дому там. Старший говорит, давайте мы за нее проголосуем. Ну, давай, весь дом проголосовали. А второй срок она попала, мы тоже проголосовали. Она отвернулась и пошла. Наверное, все-таки они будут переживать, может быть, что-то действительно для людей делать. Давно идет разговор, но только ВОСТы ныне там. Это невыгодно.